Они – гордость Ульяновской области. Титулованных спортсменов региона чествовали на территории стадиона «Труд». Награждение прошло в рамках проекта «Ковровая дорожка». Губернатор поблагодарил за ежедневный и нелегкий труд. Прежде всего, конечно, для нас крайне важно сегодня увидеть вас, настоящих героев спорта, замечательных спортсменов, которые неоднократно доказывали свое мастерство и достойно представляли Ульяновскую область на различных всероссийских и международных соревнованиях. Наградили 21 спортсмена. Одним из них стал Адель Садыков, которому присвоено звание «Мастер спорта России международного класса по спортивной борьбе». Прошлогодний победитель международного турнира, посвященного памяти Кристиану Полусалу, признался нашей съемочной группе, что пришел в этот вид спорта 11-летним подростком. Выбор пал на греко-римскую борьбу за ее жесткость и личную ответственность. Родители поддержали идею сына, и в итоге семья не прогадала. Сегодня Адель завоевывает разные спортивные награды, а главная задача – выиграть Олимпийские игры. Такой мужской вид спорта. 1-1, ты сам за себя ответишь, выходишь, да, и показываешь, и вот проявляешь себя в наше время, как бы не так много где себя можно проявить, да, в своей. Вот понравился вот этим своим проявлением. Борьба такой. И это целый мир, это не просто вид спорта у нас, да, это как бы образ жизни уже. Встать на олимпийский подиум мечтает и другая ульяновская спортсменка Линара Муслимова, получившая звание мастера спорта России по тхэквондо. За 5 лет ежедневных занятий девушка стала 3-кратным призером Российской Федерации. Выбрать не девичий вид спорта Линаре помог ее отец и боевой характер. Я все детство была боевая, и мне мама как-то с папой поговорили и подумали, почему бы и не попробовать. Папа у меня спортсмен, но он занимался баскетболом и хоккеем. Ну и как бы ростом я в него пошла, и тоже мне решили отдать спорт. Кульминацией награждения стало еще одно радостное событие. Глава региона подарил нашей землячке Инне Тружуковой, которая стала чемпионкой мира по вольной борьбе, ключи от квартиры. Сергей Морозов также отметил, что в этом году данные меры поддержки смогут воспользоваться еще несколько спортсменов. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Управды ТВ.